продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите за силуэтами на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Цель захвачена! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Огонь! Готов! Двухэтажное здание, 15 градусов слева! Балкон на втором этаже! Есть цель! Огонь! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Огонь! Готов! Трехэтажное здание, 15 градусов слева! Балкон на втором этаже! Есть цель! Огонь! Б-6, мы выдвигаемся! Вас понял! Вижу противника! Неужели готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 30 градусов слева! Второй этаж!
6, говорит Кабан. Мы можем наступать. Прием. Вас понял. Уходите и удерживайте позицию у поворота. Прием. Вас понял, выдвигаюсь. Готов. Thank you.
продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть на бегу! Он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Целься! Отлично, Кабан! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги. Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкес, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Арбехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем! Аль-Асада в столице. Первый батальон уже в пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Зират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат СМК-19. Внимание всем. Говорит центр. Батарея на крыше.
Внимание! Одиночка 2-7. Переводим Абрамсы на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны нам в городе. Понял, центр, пират 2-5 в пути. Орфеги, внимание! Одна из наших разведгрупп попала в окружение. Им нужна наша помощь. Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отменяли себя зеленой шашкой. Вас понял, видим цель, конец связи. Цветной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда к чертовой матери! В зоне посадки опасно. Вернемся через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету! Они на втором этаже! Надо вывести парней оттуда! Шевелитесь! РПГ! Около той разрушенной стены! Вперед! Вперед!
Внимание! У нас опасная ситуация. Прием! Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали! Меня попали! Хвостовой винт поврежден! Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь! Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон, вытаскивай ее оттуда и возвращайся к зоне посадки! Быстро! Отправляйся к Синайту! Мы их задержим! Живее! Лейтенант Воскин, говорит пират 2-5. Самое время убираться отсюда к чертовой матери. Пират, говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших разоружений. Вас понял. Уже в пути. Вперед, вперед! Дамы и господа, говорит ваш капитан, скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обнаружить устройство. Подтверждена Вспышка. Опасность ядерного взрыва. НБ-06-26-34. Азимут 90 градусов по сетке координат. Тип поверхностный. От вспышки до взрыва 90 секунд. Ширина облака 10 градусов. Направление облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB-05-86-80. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью.